Księciuk Czerwony Chomiczek dobro pożegna nową serię po nastrojkom w karpatnik multiplayer. Przed tym roliku możecie postawić lajk, napisać lubój komentarz, no a my zaczynamy. Ну что ж, заходим в гараж. Дальше выбираем приору, настройка машины. Чумник, у нас тут движок 4.5. Дальше у нас трип турбо. Дальше у нас порт резина, новый выхлоп, чип чумника и брейк. Трансмиссия вот такая у нас. Вот, ставим FVD и все функции снизу отключаем. Дальше у нас вот такая подвеска и также центр тяжести у нас такой. Ну что ж, на этом все. С вами был Хомячок. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, делитесь видео друзьям. И всем удачи. Пока-пока.